Добрый день всем, кто присутствует с нами в Zoom и кто смотрит потом это в записи. Мы начинаем на этой неделе читать пятую книгу Пятикнижия Дворим. И я хотела сделать небольшое предисловие и разобрать, в чем особенности этой книги. Она во многих отношениях отличается от предыдущих книг. Во-первых, самое главное, и к этому мы еще зададим вопросы. Эта книга сказана не от имени Ашем, не от имени Бога. В предыдущих книгах нас постоянно встречались выражения «Вайомер Ашем» и сказал Ашем, «Вайдабер Ашем» и так далее. И говорил Всевышний с народом, с Муше. Тут держит речь Муше. Все это сказано от Муше. Это действительно речь, которую Моисей произносит в конце их пути в пустыне. И это речь, которая потом записана в качестве пятой книги Торы. То есть это кардинальное различие. И потом мы зададим вопрос, я задам вопрос вообще, зачем это было нужно. Это один, на самом деле, главных вопросов, которые стоит передо мной сегодня. Кроме того, важно очень отметить, что в этой книге она не построена, как предыдущие книги. Мы начинали Тору с сотворения мира, с исходной точки, и дальше двигались хронологически. Мы не описывали, конечно, все, что происходило в мире, но у нас была хронология. Все книги Торы, они шли хронологически. Сначала было то, что до праотцев период, потом период праотцев, потом спуск в Египет, потом выход из Египта, потом действительно в какой-то момент есть некоторое раздвоение, что построена скиния. У нас есть два продолжения. Первое продолжение – это книга законов скинии, которая и левитов, и галатов, а второе продолжение – это Бамидбар. Ну, можно посмотреть литературным образом, как соединяются эти, как эти две книги подсоединяются к концу книги Шмот, но это не наша тема сегодня. Но, тем не менее, книга Бамидбар, книга в пустыне, числа, она продолжает хронологическую последовательность. Мы тут выходим вообще, книга Дворим, она, в ней нет никакого нарратива как бы вообще. Она ничего не рассказывает. До этого у нас все время было сочетание, даже в книге Вайкра, в книге Левит, было сочетание законов и происшествия. И эти вещи все время соединялись вместе. То есть не просто так была история, а история сочеталась с законами. Законы вытекали определенным образом из истории. Если происходил какой-то, вот мы видели в последних разделах книги Бамидбар, числа, были все время какие-то жалобы, какие-то нарушения. В случае давались какие-то уточнения или дополнения к закону, что было обусловлено происходящими событиями. А в книге Дворим она не так. В книге Дворим, на самом деле, это третье различие, что она, в принципе, она повторяет, так же она называется, Мишне Тора, Тора Законе. То есть у всех этих книг, я вскоре скажу, у каждого из книг Пятикнижия есть еще, кроме тех названий, которыми мы привыкли их звать, по какому-то первому слову из этой книги, кроме этого есть еще у них другие названия, которыми пользуются наши мудрецы, из которых, собственно, русские названия этих книг произведены. Например, Хумаш Пикудим, да, это на иврите это как бы пятикнижие подсчета, да, это называется числа, да, ну и так далее. А также второзаконие, оно называется на иврите у наших мудрецов Мишне Тора, повторение Торы, а в русском языке это называется второзаконие, да. То есть сама суть, которую это выражает,
название. То есть это повторение закона на всякий случай. Может, вы что-то не слышали, может, что-то не поняли. Я вам сейчас заново расскажу. Встает вопрос, зачем это нужно? Если Тора дана для всех поколений, мы ее прочтем лучше еще раз. Зачем нам нужно, чтобы еще раз Моше пересказывал все эти законы? И есть, например, комментарии, которые говорят, он просто разъясняет то, что было дано раньше. Может быть, где-то что-то непонятно, он это пересказывает другим языком, он это разъясняет, он делает какие-то новые, дает акценты на какие-то важные вещи перед входом в землю Израиля. А на самом деле все это те же самые законы. Но вот такое объяснение, оно, конечно, неплохо. И во некоторых местах оно очень хорошо подходит. Но очень много мест, в которых оно не подходит. Во-первых, есть совершенно новые законы, которых мы просто не встречали в предыдущих книгах. Во-вторых, есть законы, которые отличаются. Этот закон, например, закон раба, и закон 7-го года, и миллион других законов отличаются в книге Дворей от тех законов, которые даны в предыдущих книгах. Это странно. То есть в любом случае это странно. Почему нужно было эту книгу давать через речь, через передачу, устную передачу Моше? Мы знаем, что у Моше было пророчество, как называется, прозрачное, какого не было ни одного другого пророка. То есть он адекватно и полностью передавал то, что Всевышний говорил народу. Поэтому какой смысл повторять одно и то же? Если он передавал и повторяет то же самое, то в этом нет никакого смысла. А если он что-то меняет, то тут стоит вопрос, как он может поменять, если он такой суперадекватный пророк, который не может ничего поменять. Он должен давать все точно, как Всевышний ему повелел. И это очень непростой вопрос. В разных поколениях разные комментаторы решали это по-разному. Возможно, они пытались выразить эту идею немножко разными словами. В частности, Абурбанель немного об этом говорит, что так было задумано Всевышним, что Тора должна была была высказана Моше, и он потом должна была быть записана. То есть это некоторый тип устной Торы, да, который мы встречаем здесь в письменной Торе. То есть она стоит где-то на границе между Торой устной и Торой письменной. Возможно, эта модель говорит нам о том, как должна развиваться в будущем устная Тора, как должна развиваться закон и понимание Всевышнего. Потому что мы видим в развитии поколений, что устная Тора – это вещь динамическая. Мудрецы утверждают, что у них есть право устанавливать закон. Не просто так его от фонаря установили. Они соотносятся с реальностью своего времени, с одной стороны, а с другой стороны, с теми законами и теми правилами вывода, которые нам дарованы из старых писем. Тем не менее, это необычайно важная часть Торы, что Тора, которая дана была на Синае, она должна быть преобразована в каждом поколении и понята заново в каждом поколении, применена в конкретных случаях. Потому что то, что реально и действительно в одном поколении, оно и не работает и в других поколениях. И в устной Торе, в Талмуде мы постоянно видим этому примеры. И даже иногда это явным образом записано. Например, что касается там Мохар Бетулот, то есть выкуп, который, я не знаю, как это называется, за девушку, которой платит жених. Как это? Калым. Да, вот какой-то калым. Калым. Скорее, это как-то не совсем понятно, как это, что имеется в виду. И мы можем понять иногда, что это калым. Вот мы
он покупает эту жену себе. А хахамин интерпретировали, объясняли, что это ктуба, что это деньги, которые обязуются жених заплатить в случае, если он умрет или если он разведется и так далее. Но это определенная сумма, это определенная фиксированная сумма, которую куда-то надо девать. И сначала, и дальше рассказывается в Талмуде, как это решали. Сначала они решили, что это деньги должны быть у отца храниться, потом они решили, что лучше его, чтобы уже не хранились. Ну, в общем, короче, было несколько попыток сформулировать закон таким образом, чтобы стимулировать людей жениться, чтобы всем это было выгодно и удобно, и женщине, и мужчине, чтобы они не считали, что это может кому-то быть ущерб таким образом принесен. Это как пример просто. Устная Тора, как она развивается? Потому что в каждом поколении мудрецы обязаны приводить Тору в соответствии с тем, что происходит в данном поколении. Ну и очень много других примеров мы знаем, когда оказывается, что невозможно изничтожить весь хамец в Песах. Да, нам мудрецы дали возможность эффективным образом хамец продать, чтобы его не уничтожить. И то же самое относится к Прасбулу и миллион других установлений, которые, с помощью которых мудрецы применяют Тору конкретному ситуации, конкретной ситуации в жизни. Но начало всему этому было положено именно в книге Дворим. И это имеет принципиальное значение не только в смысле удобства. А, нам сейчас в этом поколении неудобно, так мы постараемся сделать по-другому, от этого будет больше пользы. У всего этого процесса есть очень важный, совершенно базовый важное базовое назначение сделать человека, сделать народ партнером Всевышнего. То есть и в создании закона мы должны принимать участие. Поэтому то, что Моше говорит народу, это отражение божественной Торы в восприятии народа. У нас и в истории, которым открывается ретроспекция книги Дворим, там Моше вспоминает, дает небольшой исторический краткий экскурс, как, что произошло, каким образом евреи оказались 40 лет в пустыне, и он упоминает грех разведчиков, и он упоминает назначение старейшин, и он упоминает там грех, как же они называются, Маапилим, пионер. Маапилим. Во всяком случае, тех, слово у меня убежало, не знаю, как по-русски. После того, как разведчики сокрушили, в книге Шмот, в книге Исхода, рассказывается, что весь народ был в страшном трауре, решила все же раскаяться и пойти в землю Израиля, как так получилось, что... Но уже было, да, божественное решение, что все, уже 40 лет в пустыне. Вы теперь не можете отыграть все назад. И действительно, там Амалек спустился, и он убил, пострадало много евреев из-за этого необдуманного решения. Им Моше говорил, не ходите, но они не послушали. И уже тут... Во всех этих трех случаях, которые я сейчас привела, в начале книги Дворим мы видим, что рассказ, который был в книге Дворим, он отличается от того рассказа, который рассказан в книге Шмот. И есть очень много объяснений, почему он отличается. Но главное, общее в этом, мне кажется, состоит в том, что в книге Шмот описана ситуация, возможно, как она была фактически. Через 40 лет мы видим это в ретроспекции уже немного иначе. У нас другие акценты, у нас другие приоритеты. То, что казалось, так уже оказаться неважно.
Например, я очень краткий пример вот с этими маапилим, с этими нарушителями божественного слова. Он им сказал, все, не ходите теперь. Вы не пошли сразу в землю Израиля, теперь уже поздно. Они решили пойти. В книге Исхода, в книге Шмот, там написано, что весь народ был в трауре, так он переживал. А здесь этого ничего не написано. То есть это вот, например, подробность, что они были в трауре. Оно важно, чтобы нам понять психологическое состояние людей, которые ошиблись и вот очень-очень-очень хотят сейчас исправиться. Вот сейчас мы все переделаем заново. Но очень много ситуаций делать за нельзя. Однако, тем не менее, есть какое-то им оправдание, что они хотели это исправить. В книге «Дворим» этого ничего нет. Нету там и переживаний. Главный аспект книги «Дворим», что они не послушали того, что им сказал Всевышний. И это одно из главных мотивов речи Моисея, его вступления, как важно, как необходимо слушаться слово Всевышнего. Не важно, что они там раскаялись, что они переживали. Это он не хочет сейчас вникать. И сейчас это уже действительно позабылось, и это так не, становится неважным. Одни были наказаны за то, что они не послушали Всевышнего. И в истории есть такие повороты. Да, ты этот поворот уже прошел, ты не можешь вернуться назад, ты должен идти дальше. Этот урок, который мы видим уже через 40 лет, который, возможно, не так ясен был в тот момент в книге Шмот. Надо сказать, что такое разъяснение ситуации, оно вообще... И в самой книге, которую мы сейчас закончили, Бамидбар, там тоже есть много таких ситуаций. Я как раз проводила пример с Биламом, но есть еще много других. Что изначально ситуация становится непонятной. Да, вот мы не очень понимаем, Билам хороший, плохой, можно всегда расценить так, расценить делом. И только в конце, в следующей главе вообще становится понятно, что, что он все-таки был Билам злодей, и такая резолюция, такую резолюцию выносят наши мудрецы, что называют Билама злодеем. А вообще очень часто, и в Танахе потом, мы не видим последствий. Если смотрим маленькие резолюции, мы видим, что есть какой-то человек, например, Егу, да, который сделал какую-то прекрасную революцию, там сверг Ахава и изничтожил всяких пророков Баали, вообще чрезвычайно вроде бы положительный. Хотя нас там немного напрягает, что все время он убивает всех, убивает направо и налево. Но окончательной резолюции нет, хороший он или плохой. И в совсем другой книге Танаха там подводится черта под тем, что он вытворил, и тем, что он сделал. Но это отдельная совершенно история, это я так к слову сказала. И тут в каком-то смысле книга «Дворим» дает нам такую ретроспекцию и другой немножко человеческий взгляд на все законы. Они не отменяют, не меняют законы, которые были даны в других книгах, но она вносит в них более человеческий и более национальный как бы аспект. В частности, например, в других книгах нет закона о том месте объединения богослужения в одном месте, то есть об единстве храма, что нельзя, когда построен храм, нельзя уже приносить личные жертвоприношения. То есть это не так интересовало другие книги. Там интересовала связь народа и Бога, человека и Бога. А вот социальный аспект того, что если каждый будет служить Богу на своем участке, на своем колене, в своей семье, это приводит к разъединению народа. И необычайно важно, чтобы было одно общее служение. И это с точки зрения национальной, с точки зрения социальной. Это становится необыкновенно важным перед входом в землю Израиля. И это так, как интерпретируется Тора через понимание народа. В общем, на этом я остановлюсь, хотя можно привести еще много других примеров. И мы видим во многих, может быть, в другие дни
мы посмотрим другие недельные разделы, посмотрим, каким образом происходят изменения в законах, в каком направлении, в реальных законах, которые даны в книге Дворим. Но на сегодня я на этом остановлюсь. Спасибо вам большое. Ну что, по-моему, замечательно. Дамы и господа, кто-то что-то хочет сказать на хаме? Тревожное молчание. Ну, хорошо, спасибо большое. Я... Замечательно, спасибо. Хочу сказать это. Окей, класс. Ну, хорошо. Нехама, если улетает, то мы даем улетать. Я чуточку хотел добавить, что вот у меня всегда было впечатление, что эта пятая книга – это в какой-то степени изложение горечи Моше, его претензия к народу, так сказать, горечь за то, что он не сможет перейти Иордан. И, да. И как бы изложение обиды такой. Да. Я думаю, что там, возможно, этому, безусловно, есть место, поскольку эта книга дает возможность человеку выразить Тору через себя. Там в конце книги Дворим потому что это не пустая вещь для вас. Что? Вся вот эта дара, вдруг мне бы подумалось, что она пустая вещь для меня. Микем, там сказано. От вас. Это, по-моему, Сфатимет так комментирует. Эта дара не должна быть внешней для вас. Она должна пройти через вас. Да? Она не должна быть пуста от вас. Да? И это то, что как бы Моше реализует, он вместе с тем, что я сказала, что он, эта книга отражает божественный закон, переваренный, усвоенный народом, а также в нем есть и личный аспект самого Моше, и поэтому нет ничего такого странного, что в нем есть какие-то личные мотивы своего взаимоотношения с Богом, своего взаимоотношения с народом. И горечь от того, что он действительно не может войти в землю Израиля. Я просто могу добавить, что есть разные комментарии по этому поводу. Некоторые комментарии говорят, что Моше не мог войти в землю Израиля, потому что Моше, как у нас, сферот, да, он соотносится со сферой Нецах. То есть в одном из... понимание этого слова, это бедность. То есть, если бы Моше ввел Израиль, евреев в землю Израиля, то никогда не было бы возможен уже изгнание, не было бы возможен галут. А это некоторые по многим параметрам, по многим причинам необходимая вещь для исправления мира, для исправления Израиля. Но это уже так. Поэтому божественные эти планы, божественные сплетение обстоятельств, они сложные. И иногда приходится людям переживать горькие моменты, поскольку у Бога для них есть другие какие-то планы. Ничего не сделать. Спасибо. Всем спасибо. Вам спасибо, Гриша. Да, очень здорово. Хотел только, если можно, Эмиль, одну секунду добавить. Это не напрямую к тому, что говорила Нехан, но меня каждый раз по-новому это как бы воодушевляет, не знаю. Вот прозвучало такое странное слово, которое мы не нашлись, как найти, перевести. Я, честно говоря, не знаю, как это переводить. Маапилим. Маапилим, да. Но это совершенно потрясающая история. Маапилим, если вы помните, эта история была о том, что как бы, не вдаваясь в подробности, это было как бы нарушение, дерзкое нарушение того, что было сказано. Сказано было... вы совершили грех, вы обречены на то, чтобы блуждать по пустыне, а не что-то другое. А народ рванул в гору и пытался все равно сражаться с Амалеком, был разбит. Вот потрясающее, как бы дальнейшее производное в наше время слово «маапилим». Я когда первый раз слышал, что-то с ума не сошел. Вы знаете, что нелегальная, Гриша, наверное, знает, нелегальная иммиграция, да, во времена британского мандата из Европы в Израиль, да, она получила название «Апала». Именно от этого слова. А те активисты, которые
из Европы пытались спасти евреев на вот этих фрахту, или как это называется, снимая эти судна, да, для того, чтобы пригнать их к земле Израиля, они назывались как раз Маапилим. И вот это вот фантастика по двум как бы значениям. Первая фантастика, я до сих пор не могу понять, как люди, которые были без кип, без головы, без шляп, без штраймов и без как бы, не знаю, твердого подтверждения народного, что они знатоки Торы, они, тем не менее, как бы выбрали этот термин, он, по-видимому, все его понимали. То есть, как бы народ вообще знал, о чем идет речь. Это раз. И второе, фантастика концептуально, то, что они делали. И третье, что еще больше потрясающе, что они преуспели. Ну, все. Это прекрасно, да. Но, безусловно, все времена, они все нерелигиозные люди, большинство, они все были... выходцы из Хедера, которые там... Да, ну, на уровне таком, да, есть совершенно еще одна фраза, и все. И не только, и не только в том поколении, и более поздние поколения интеллектуалов, они, в общем, считали... Да, но сегодня тоже интеллектуалы в современном иврите, да, по-русски это называется выйти, по-моему, в финал. Я как бы совершенно не занимаюсь футболом и спортивными играми, но вот выйти в финал, правильно? А на иврите это называется лапиль легмар. Вот называется выйти в финал. Это просто с ума можно сойти, каким образом это пересекается. Рав Кук, это устоялось. Ну, беседа. Рав Кук пишет про это. Я не читал в этом, но слышал как бы пересказ о том, что идея такая, что тогда не преуспели. Почему? Потому что было не то во время. А вот во время как бы наше, от Халат до Геула и все прочее, вот это время, когда они, да, могли преуспеть, и их дерзость, да, она, да, это фантастика. Ну, говорим... Ну, я считаю, кроме всего прочего, я думаю, что это как бы исправление того греха. То есть, когда что-то происходит тогда, когда должно произойти, а не тогда, когда это идет наперекор прямому указанию Всевышнего. Еще говорит о том, что конкретно реальное время в реал-тайм на самом деле непонятно, получится или нет. Да, конечно, да, конечно. Человек берет дикий секун, он берет секун, и секун это берет как бы опасность, да, ризика то, что называется. Вот, исходя из того, что может быть секуй, из-за того, что он может преуспеть, да, и вот... да, так оно и вышло. У нас много таких случаев, например, Пинхас, который взял и убил людей за разврат. Собственно, за разврат вот так, без предупреждения, без суда, без ничего взять и убить. И за что такого? Просто из-за того, что они с этими самовитянками имели дело. Ну, мало ли что, раньше такое тоже случалось, никого не убивали. Но даже если вот считать, что уже по Торе все надо, вот так взять и убить, вот ничего, так, это все хорошо. Оказалось, да, он был прав. Но это совершенно не очевидно. Да, видно вот изначально, это, доказательство, это, что это, будет правда. Что... поэтому специально там ему дает союз мира Всевышний в следующей главе. Да. Ну и так далее. Там еще много таких вариантов. Когда инициатива оказывается неверная, а когда верная. Но мы должны быть умными, чтобы понимать. Но это не так просто. Поэтому у нас есть такие, большие споры по поводу образования государства. Вовремя инициатива или не вовремя, поживем, увидим. Всем привет. Окей. Эмиль, лиха, что мы тут врезались, вообще говоря. Но мы с радостью вас послушаем. Мне кажется, это было, чтобы народ как бы завести, развеселить и так дальше. Это было в тему. Окей, мы вас слушаем. Да. Значит, моя тема названа, значит, кем или перед кем Моше говорил свою речь. В общем-то, из этого я делаю какие-то очень далеко идущие выводы. Я только извиняюсь, что я не мог все так это подточить и все, просто у меня не было времени, да, чтобы у меня, то есть как бы идея возникла, да, при чтении, то, сколько мы успели почитать, значит, вот эту главу. Вот. И, значит, я пытаюсь эту идею как бы изложить в таком семинарском ключе. То есть я предлагаю вместе с вами, то есть не как лекция, а вот сам этот вопрос задать и попробовать на него ответить.
Вот, рассчитывая на участие тех, кто, может быть, лучше что-то знает или какие-то знает, значит, дрошот. Меня сразу удивила та вещь, что, с одной стороны, значит, речь шла до сих пор о том, что 40 лет ходили по пустыне, но там не точно 40-38, и покорение, как бы, то все почти что должно было вымереть. Вот, и с кем же, собственно, говорит Моше, рассказывая всю эту историю, потому что фактически это совершенно другие люди, это не те, кто, вот мы сейчас посчитаем и увидим это, значит, которые были очевидцами всех этих событий в таком достаточно зрелом сознательном возрасте, а некоторые вообще еще не было на свете на самом деле, да. Те, кто, значит, в книге Дворим, в книге Слиха Бамидбар вступают в войну и готовы войти в Израиль, и вот Моше, значит, им говорит эту свою речь. Значит, теперь вначале только скажу пару слов, вот это как бы с другой стороны подход к тому, в чем я вижу функцию Дворим. Я уже не раз говорил, что я Тору понимаю как систему, очень четко продуманную, значит, и обоснованную, и отточенную математически, да, о том, как привнести в мир, значит, мир, то есть шалом, спасение, как спасти этот мир, который, как мы знаем, начиная с Берешит, пошел не тем путем. И вот с помощью евреев ставится задача, как исправить этот мир. Да? Вот, то есть такие, значит, Дворим, она последняя книга, у нее есть особая, конечно, функция, когда мы говорим о системе, то, что начало и то, что последнее, они особенно информативны и особенно значимы. Значит, и вот мое мнение, значит, не столько как учить эту Тору, она учит, а как мы ее должны понимать и как мы должны научить, в смысле, пользоваться, да, то есть что она собой являет нам, да, вот эта последняя книга. Значит, она фактически, если сказать в двух словах, является такой книгой, поскольку Тора, она циклична, мы ее все время прокручиваем туда-сюда, туда-сюда, повторяем, заново читаем. Она фактически является вот той вот перемычкой, которая ведет нас, и сейчас эти события все ближе и ближе, когда мы все время начинаем заново читать эту Тору, и она как бы подводит как бы какой-то итог, но это одновременно и не итог, а как-то замыкание, да, это некое такое замыкание в какой-то круг, какой-то, по которому мы должны идти, развивая его по спирали, как бы, да, все время возвращается, все время углубляет. И вот, значит, это очень хорошо видно, если мы посмотрим, как вообще распределены книги по временам. Я, извиняюсь, опять-таки не мог это все очень точно подготовить, поэтому главное – это принцип, это идея, а кто знает более точно, пусть скажет. Вот, я думаю, тут ошибка не имеет такого большого значения, в смысле точности, да? Значит, книга Берешит, я думаю, она примерно занимает 1500 лет, да? Ну, допустим, так, потому что там были поколения, и люди жили очень долго, до 900 лет и так далее, и так далее. Если мы возьмем это все вместе и включим три поколения праотцев и так далее, вот, то я так думаю, что это примерно вот такое вот время, да, она занимает. Сама книга Берешит. Вот. Как мы знаем, книга Берешит заканчивается тем, что народ уходит в Египет, Йосеф там, значит, все, и он их кормит, и все хорошо. И вот они в Египте там как бы хорошо устроились пока что, но обещание дано еще Аврааму, что через определенное время они вернутся в Эрец-Исраэль. Это книга Берешит. Следующая книга Шемот, если взять, опять-таки я очень приблизительно, извиняюсь, не могу точно сказать, значит, Моше, когда он появляется, рождается,
И когда он убивает, допустим, этого египтянина, ему, можно сказать, где-то там, ну, лет 20, допустим, да, он молодой человек, я не думаю, что он уже не меньше, не больше, то есть это не нор, не все, а вот человек, который созрел как бы, вполне. Вот, и когда он возвращается обратно после Итро, после того, что он убегает из Египта, возвращается в Итро, ему уже 70, по-моему, 5 лет, да, или 80, 75, уже точно не помню, вот. И получается, что все вместе, это где-то там тоже вот примерно 75-80 лет, и Шемот, там как бы главная идея заключается в том, что строится этот храм, вот, выход из Египта, создается фактически народ, вот, значит, Тора, конечно, дается, все. И все это занимает, на самом деле, потом уже очень сжатый срок, да, после выхода из Египта. Значит, можно сказать, что тут книга, значит, Ваикра, она фактически почти что, как бы, не занимает там какого-то особенного времени, это разнесение этих законов всех, и я там не вижу какого-то такого длительности такой, да, в самой книге Ваикра, поскольку там тоже нет, как бы, такого сюжета. А есть разъяснение законов, как пользоваться храмом, как, значит, скинией, да, как в ней служить и так далее. Вот. И когда мы входим в книгу, значит, Бамидбар, вот тут самое интересное, что происходит после всех этих длительностей определенных. Тут Бамидбар фактически проходит не больше 2 лет, потому что когда вот это Балатха, там говорится, когда четкий, значит, и день, и месяц, и год. Это 2-й год после выхода из Египта, 2-й месяц, 1-й день. Вот. Когда все выстроено, когда как идти народу, кто их будет вести, что, кто что должен делать. Абсолютно идеальный, как я уже раньше говорил, строй того, как двигаться по пустыне в Эрес Исраэль. Все абсолютно идеально. И вот вдруг Моше, там я уже об этом тоже говорил, вспоминает про Итро, и говорит, как это так, значит, почему ты не хочешь с нами идти. То есть проблемы социальные назрели уже тогда. И вот там все вот эти события очень быстро проходят, да. То есть, значит, эти все грехи, которые совершились в Бамидбар, да, это Мераглим, и сразу, значит, потом Корах. Это все занимает фактически буквально почти ничего. Потому что почему? Потому что 38 лет потом, по крайней мере, они должны были идти по пустыне, чтобы это поколение, так сказать, вымерло по обещанию Всевышнего. Поэтому это все проходит фактически одно за другим, не занимая особого времени. И вот мы оказываемся в главе, в книге Дворим. И, значит, это уже после 38 лет, после того, что успели повоевать сыны Израиля. И вот мы считаем, как бы, такую вот простая такая математика, да? Значит, вот эти 60 лет, которые должны были пройти, тогда, если начать с самого начала, то поколение, которое должно было, сказать, умереть в пустыне, им как минимум должно было быть 20 лет. Потому что они были готовы к войне, они пошли, конечно, там, может быть, люди и постарше, это не имеет значения, они умерли сразу, все эти разведчики. А вот остальными должно было быть, как правило, мере 20 лет, и это значит, что, и даже больше, потому что, значит, они должны, когда Моше обращается в книге Дворим, они как бы у горы Хорев, у горы Синай, они должны были быть очевидцами явления Всевышнего, предстояния на горе Синай. Они должны были какие-то более-менее сознательные люди, да, вот 20-летние люди. Да? Все остальные, которые не умирают, да, которым не было 20 лет, как минимум, это были подростки, 16-18 лет, я не знаю сколько. Это значит, получается, что через вот эти 38 лет получается, что им всего-навсего где-то там 56, ну не всего-навсего, а то есть уже 56-58 лет. То есть это какие-то выжившие, может быть, они были старейшинами, из них кто-то стал, вот, остальные уже были совершенно не способны к войне. То есть, а те, кто народились, да, то, когда
Моше говорит, что вот ваши дети, они будут воевать, они перейдут через Иордан, и они будут жить, да? Значит, они должны были родиться спустя, по крайней мере, 20 лет после того, что начали уже умирать эти все, это все поколение, которое согрешило в этих шалах, да, когда, которые пошли в разведку, и потом у них не удалось подняться, и потом был корох и так далее. Вот. А вот, кстати, вот эта вся проблема с Пинхасом, да, с Билам, это совращение девицами Медьяна и Моава, оно уже было перед самым входом, значит, вот, перед теми событиями, когда Моше говорит свою речь. То есть это совершенно другие люди, да, это не те, которые как бы участвовали во всем этом подходе через пустыню. То есть они участвовали, но они все были, они фактически должны были родиться, как я говорю, через 20 лет, раньше кто родился, вот, и к этим 38 годам, после этих 38 лет им должно быть возраст призыва, да, то есть они ничего не знали, они ничего этого не видели. А Моше обращается к ним, как будто бы они все это, вы все знаете, вы все видели, все-все. Кому обращается? Вот Моше спрашивается, да? То есть очень странная какая-то происходит ситуация, и она очень значима, она совершенно не случайна. То есть из этого делаются очень далеко идущие выводы. Значит, я только сразу же намекну, как бы тут, прежде чем я зачитаю пару, значит, этих моментов из Торы, где я доказываю, что это очень странные всякие обращения, да, значит, в конце книги Дворим, как, в главе Ницавим, когда Моше обращается к народу, то он заканчивает уже фактически свою речь, вот, перед тем, как он говорит эту песню свою знаменитую, и он говорит, значит, если хотите, я это все зачитаю, чтобы это было красивее, я это зачитаю по тексту, да, в переводе. Вы стоите сегодня все перед Богом. Опять все. Кто все? Вот это очень интересный вопрос. Всесильным вашим. Главы колен ваши, старейшины ваши и надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле, дети ваши, жены ваши, пришельцы, которые среди стана твоего, дровосека твоего, дочерпывающего воду для тебя, чтобы вступить тебе в союз с Богом Всесильным твоим и принять строгое заклятие, которое Бог Всесильный твой заключает с тобой сегодня. Сегодня, кстати, в отношении времени, вот я уже говорил, сколько продолжались те книги, да, события как бы в них, вот, то книга, события книги Дворим – это один день. Моше говорит просто речь и все. Это вся книга Дворим, да, это не имеет она какой-то... Вот, все это происходит за один день, то есть, допустим, если он начал утром, сколько-то часов, сколько может длиться речь, я не знаю, он это все сказал. Вот, чтобы сделать тебя сегодня родом себе, а он будет тебе всесильным, как обещал он тебе, как поклялся он отцам твоим, Аврааму, Исхаку и Якову. И дальше говорится следующее, и не с вами одними заключает союз этот, и строгое заклятие это, но и с теми, кто здесь с нами стоит сегодня перед Богом Всесильным вашим, и с теми, кого нет здесь с нами сегодня. И вот тут сразу вообще-то очень много, как бы, здесь можно выяснить из того, с кем же он все-таки говорит, да, это уже гораздо сложнее получается. Значит, прежде всего, несущего от воду, да, и до рубящего дрова. Что, есть много очень толкований на этот счет. Я предлагаю сейчас, может быть, какое-то новое. Оно исходит из того, что вода подразумевается Тора. Это те, кто учит Тору, кто, значит, дает, вода дает жизнь, да. Вот. С другой стороны, те, кто рубят дрова, все, они как бы, дрова нужны для разжигания огня. Вот. Они что-то такое делают тоже очень важное. Вот. В частности, там даже те, кто обслуживает храм, они должны готовить эти дрова, хотя там иногда сам Коэн это делает. Вот. И какие-то такие материальные вещи. Вот. Я здесь это сравниваю так, когда здесь говорится, и вот в размноженность теперь как звезды небесные. Да? Но раньше, когда он дает Аврааму обещание, когда народ станет многочисленным, он говорит, и будете вы как звезды небесные с одной стороны, а с другой стороны как
песок, которого невозможно сосчитать, да? И это тоже, мне кажется, имеет значение. Почему-то здесь он говорит, как звезды, то есть здесь они все как бы имеют небесное значение, да? То есть они чисты, они все готовы войти в Израиль снова, как это раньше было, всегда Всевышний готовит, и Моше им говорит, что они как звезды, а вот как песок он об этом не говорит. Значит, из этого можно сделать как бы вывод, значит, такой. Значит, еще такой вот момент. И с вами, которых нет здесь. Вот, кто это те, которых нет здесь? Значит, опять-таки, это которых нет здесь, в толковании говорится, что это абсолютно все евреи. Все. Я бы добавил еще, кого нет с нами здесь, это обычно говорят о тех, кто умерших. Это души евреев, которые должны прийти тоже потом в будущий мир, в конце концов. Да? То есть и они стоят здесь. Да? То есть это абсолютно все души евреев от начала и до конца. Они все, и причем это не только вот сейчас, вот которые сейчас, а которые вообще, которые только могут быть. Евреи всегда стоят фактически вот в этот момент перед вот этой ситуацией, да, когда они должны. То есть, если мы, например, сравним сегодня, так можем сказать, что как звезды, допустим, это те, кто учит Тору или там, или не знаю, вот, а как Холь, это Хархиланим, да, то есть и такие евреи, и такие, или как в Галуте были, и такие евреи, и такие евреи, и которые учат, и которые не учат. То есть, потому что написано, да, и кто живет с вами, кто, значит, пришельцы ваши, и так далее, и так далее. То есть абсолютно все души находятся здесь перед речью Моше. Вот. Значит, я заранее скажу, потом я просто приведу эти примеры как бы уже для доказания. Вот главная эта идея, которую я хотел сказать, что фактически Моше обращается и к нам сегодня. И вот мы знаем такое же толкование временное, когда мудрецы нам говорят про 9 ава. Вы вот все сейчас накануне 9 ава, по-моему, это от Рамбама идет, что мы должны скорбеть не о том, что исторически был разрушен храм, о том, что мы его не построили. Вопрос реализуется, построил ли ты храм сейчас? И это опять-таки возвращает нас к тому, что анахну ницави. Мы стоим перед Моше вот в этой ситуации. То есть все время мы должны задавать себе этот вопрос. Да? А вот то, что нас как бы объединяет, это мы находим у Иуды Леви в Кузаре. Это непрерывность передачи Торы, да, откуда все вот эти поколения, которые вырастают и которые, значит, жили раньше, вот те, что сейчас они предстоят перед Моше, которые слушают, они все получили воспитание, фактически, несмотря на то, что эти, значит, поколения вымерло, но вот эта передача по эстафете через воспитание из поколения в поколение, оно делает фактически, это так Леви объясняет Кузари этому царю хазарскому, почему это все истина, потому что это все передавалось из уст в уста, да, вот Нахам говорил об устной Торе. Значит, это все, это непрерывность, она нас тоже как бы объединяет всех в одно целое, всех евреев, то есть эти все души, которые тут стоят, и знание, и учение этой Торы, и то есть все, как бы они предстояли, поскольку это передается через воспитание, все евреи, они предстояли перед Всевышними и на горе Синай, и сейчас перед, значит, Моше, от самого начала, да? То есть вот эта цельность, вот если я нахожу ее просто, поскольку я сейчас как раз так это случайно, не случайно слушал философию Бергсона, у него вместо времени, вот мы говорим о времени, он говорит не о последовательности, а о длительности. То есть время сворачивается. Кто это слыхает? Кто это? Кто это говорит? Бергсон. Философ французский, лауреат Нобелевской премии. Как? Еще раз? Можно еще раз сказать? Анри Бергсон. А, Бергсон, слегка. Да. Я не расслышал. Да, все понял. Да. Замечательно. И эта длительность, откуда, как он его приводит, разные примеры, но самый лучший пример, это я с ним согласен, я как бы и сам к этому пришел, это в музыке, да, когда Стравинский говорит, что музыка уничтожает время. То есть все это сворачивается в некоторую единую структуру,
некоторое какое-то состояние определенное, да, которое фактически в будущем мире оно должно реализоваться. Да, это и есть состояние шалома и наполненности знанием Всевышнего, в конце концов. То есть, когда мы в данный момент ее, значит, изучаем Тору, то мы фактически ее изучаем, с одной стороны, то, что называется опять-таки философией, такие термины есть, как диахрония и синхрония. То есть диахрония – это время, последовательность, это история, это этап за этапом, как мы ее читаем. А вот она, вся Тора, она сворачивается в одно целое, то, что называется синхрония. И вот эта глава Дворим, она фактически, то, что он вспоминает и все, она сворачивает как бы всю Тору с одной стороны, а с другой стороны называется, она является вот этим замком, с которого, который кончает Тору и начинает ее заново читать. Да? Вот эта вот цельность Торы, вот это ее особое, да, как и произведение искусства настоящее, да, как и это особое имеет значение, потому что это как бы судьба мира в этом заключена. Да? То есть это то, к чему в конце концов мы должны, то есть неизвестно, будет ли это спасение как каким-то конечным пунктом, или вот оно такое динамическое, оно все время вот так вот развивается, и в этом смысле эта Тора, она вечна. Да? Это трудно сказать, это слишком сложный вопрос. Вот. И в конце, после того, что я объяснил свою идею, значит, вот они стоят, значит, что тут в самом начале, пасук третий, что Моше говорит, и вот в 40-м году, в 11-м месяце, первый день месяца, говорим Моше, сына Израиля. Значит, в 40-м году после выхода, да, то есть приходится отнять эти два года, потому что они прошли, значит, Всевышний обещал 40 лет, но поскольку здесь сказано в 40-м году, то получается 38 лет, а Хазаль считает, что Всевышний пожалел, и не умирали уже последние два года перед входом в Эрец Исраэль, не умирали уже, не умирало то поколение. Значит, очевидно, они или вошли, или умерли на войне, там я уже это не знаю, как дальше это объяснить. Вот, значит, дальше написано, говорил нам у Харева так, да, полно жить у этой горы. То есть я рассказываю о том, когда это все произошло. Значит, он всю эту историю рассказывает, и здесь же он говорит, это пасук 10, и вы сегодня вот как звезды небесные многочисленные. Ну, тут есть комментарий, я не буду уточнять. И останавливаться. Если можно подводить к резюме, дико извиняюсь. Резюме. Да. Значит, резюме, как бы я уже сказал, что Всевышний говорит перед всеми фактически, как я понимаю, не только теми, которые были, которые есть, когда они читают эту Тору вот сейчас, сегодня, и те, которые они будут. То есть в этом смысле евреи представляют собой единый конгломерат, и Тора представляет ту систему, которая с помощью вот евреев, значит, таким образом, она как бы ведет последовательно евреев к спасению, освобождению. Вместе с ними это должно привести и народ Израиля к освобождению. Вот такая функция у этой книги Дворим. И вот перед кем он фактически говорит это. Вот, кто будет читать, когда будет читаться книга Дворим, он сам это увидит, как там меняется местоимение и как это все в мифологическом языке, как я его понимаю, все это сочетается, эта комбинация, то есть диахрония и синхрония, она предстает конкретно в тексте. Вот такое вот мое, значит. По-моему, я не знаю, как присутствующим, мне кажется, очень интересно. И, ну, как бы нестандартно. Классно такое представление книги Дворим в качестве такого ленты Мёбиуса. По-моему, отлично. Мне очень понравилось. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, да, скажите, Эмиль. Спасибо большое, Эмиль. Да, мне тоже кажется, что очень интересно. То есть, получается, это некий алгоритм Дворим. Да, да, это фактически то, что принято называть парадигма такая определенная, которая, значит, она сворачивает это время. Вот, и с помощью вот этих вот кругов, с помощью чтения Торы,
все время происходит развитие и приближение, значит, к освобождению. Да. Это, по крайней мере, так она задумана. И эта книга «Дворим», она делает это очевидным. Да? То есть, и то, и сама практика евреев, она об этом говорит. Да? То есть они читают из года в год. И то, что 9 ава именно точно так же понимается, да, что все время ставится вопрос актуальный. Не просто исторически, а актуальный. То есть, что мы делаем сейчас, мы скорбим не о том, что был разрушен храм, а о том, что его сейчас нет. Что мы можем сделать, чтобы он был? Вот, чтобы это реализовалось в каком-то в таком вот более продвинутом состоянии. Да? То есть, допустим, когда мы живем мирно на своей земле, когда мы можем изучать Тору, когда мы можем строить свою культуру, когда придет такое время, кстати, оно тоже какой-то этап, но тем не менее это будет уже какое-то продвижение. Вот. В этом смысле и само возвращение евреев – это очень-очень яркий как бы, такой вот этап, сдвиг такой совершенно неожиданный. Вот. И я думаю, что каждый так, наверное, это и понимает. Окей. Ну, по-моему, здорово. Хорошо. Если нет возражений, да, с вашего позволения, я хочу действительно коротенько, буквально в двух словах, сказать вам вот что. Смотрите, вот Ханан Парад, по которому я как бы иду все время, у него, к сожалению, нету пятой книги вот в этой серии «Меат Меаор», «Немного света». Так думаю, что у него в конце жизни была Лололен, очень тяжелая форма рака. Ужасно страдал. И я думаю, что просто не смогли, как бы не успели издать при его жизни пятый том «Дворим». Поэтому есть четыре предыдущих, по которым я иду, а пятого нет. Окей, поэтому я сегодня, честно говоря, вот пока еще народ не собрался, с Нехамой до ноги говорили, могу даже вам показать. Вот есть такая замечательная книжка, которая называется «Парпераот ле Тора». Вот, так я, не скрывая, могу сказать, Нехама правильно сказал, что это книжка для юношества вообще, если так скажем, такое было определение для юношества. Там Майн Ринд, Жюль Верн назывался, да, для юношества. Тут немножко другая тематика. Эту книгу нам подарили, то есть это тоже сборник «Хумаш», я думаю, что кому-то из детей на бар-мицве. Вот, но он представляет собой подборку классических комментариев, таких классических и менее классических, но очень таких затрагивающих, мне кажется, которые по недельным разделам. Вот это совсем как бы не в той струе, как был Ханан Парад, это не как бы некоторая стройная, интересная концепция, а это как бы отдельный, может быть, действительно в каком-то смысле действительно больше совпадает с названием как бы нашего занятия, с тематикой «70 ликов». Это представляет как бы некоторые такие лучики, которые освещают и показывают, еврейскую мысль по отношению к Торе, к недельным разделам. Мне лично очень понравилось, я как бы очень кайфовал. Вот, но это как бы классика, да, я хочу вам буквально несколько фрагментов зачитать. Ну, как бы, может быть, дополнить то, что говорила Нехама и Эмиль, да? Смотрите, начинается с того, что говорится. Вот есть несколько таких устойчивых терминов, как называется книга «Дворим», да? В отличие, я так думаю, это я добавляю, в отличие от предыдущих четырех книг, потому что они называются как бы Ваикра, Брешит, Шмот, Ваикра, Бамидбар, да. А вот книга «Дворим», она имеет устойчивые как бы синонимы. Называется «Мишне Тора». И это, по-видимому, то, что дало основание достаточно хорошему, можно сказать, оригинальному переводу на русский язык, называется «Второзаконие». Да? «Мишне Тора». Вот в том, что я буду говорить, я постараюсь тоже, если для кого-то это как бы помешает, я прошу прощения, но мне кажется, в целом это должно как бы помочь включать ивритские слова и как бы объяснять значение, потому что у нас все основано все-таки на понимании как бы текста Торы, правильно? Вот «Мишне Тора» – это интересно, да? «Мишне» в современном иврите – это как бы «втора», то, что называется «второзаконие», то есть это что-то вторичное, что-то, я не хочу сказать апокрифы, но это что-то почему-то,
Вот. А с другой стороны, тоже очень интересно совпадает с русским. В данном случае вообще зачастую потрясающе совершенно совпадает русский такой разговорный, настоящий, который мы знаем, с ивритом. Да? Вот на иврите слово «лешанен» от слова «шен». От слова «шен». То, что по-русски называется «зубрит», «зубрежка». Буквально один к одному. Да? А с другой стороны, повторение. Потому что «лешанот» — это повторять. Ну и кроме того, как бы в стилистике талмудической или в традиции, вот, лешанот — это и просто учить. Но по прямому смыслу лешанот — это повторять, типа зубрить. Так вот, Тора, Дворим, да, книга называется, называется Мишне Тора. Почему? Потому что объясняют, по простому смыслу, что потому что шекен, нишнимбо и неаним рабим, потому что повторяются, возвращаются, да, многие вещи, которые были упомянуты раньше, в предыдущих книгах, да, в особенности в книгах, в двух книгах, в книге Шмот, в книге Имена, да, и в книге Бамидбар, в пустыне. И вот интересно, что пишет Рамбан, Раби Муше бен Нахман, да, в своем предисловии книги, имеется в виду книги Дворим. Он пишет, эта книга, в которой Муше Рабейну объясняет, поясняет, да, леваэр. Леваэр от слова биур. Биур, я думаю, что это близко по слову к слову ор. Это связано тоже с освещением. То есть проясняет, освещает поколению, которому предстоит войти в землю Израиля, большинство тех заповедей, которыми был обязан как бы евреи или израильтяне до этого, да? Теперь дальше. И поэтому он подчеркивает, что интересно, что в книге Бамидбар вы не встретите такого стандартного выражения, которое было в предыдущих книгах. Какое? «Вейдабер Ашем аль Моше», а именно «И говорил Всевышний с Моше». Потому что здесь нет разговора Всевышний с Моше, а это то, что Моше передает другим. Окей? Это первая вещь. Теперь дальше. Вторая. Цадик, праведник, Раби Юда Лейб Мигур. Раби Юда Лейб из места Гур, которого автор очень известного комментария называется Сфат Эмет. Сфат Эмет, ну, как бы речь правды, речь истины, ну, как-то вот так, да? Он говорил, очень интересно, посмотрите, какое рассуждение он говорил. Книга Дворим похожа на тфилин шельят, на тфилин, который накладывается на руку. Ну, как все мы знаем, тфилин, который накладывают, да, по-русски называется филактерия, хотя тоже это не русский, это, скорее всего, греческий, да. Есть два вида тфилин. То есть не два вида, а тфилин состоят из двух как бы частей. Есть тфилин ручной, который накладывают вот сюда на зро, да, вот на это место, обматывают семь раз, и потом вокруг кисти и пальцев руки так, что выходит буква шин. И вместе с шин далет и ют, которые с головным выходят, слово шадай. Но что сейчас нам важно, вот это вот ручной тфилин находится напротив сердца. Теперь дальше. Почему он говорит, что Сефер Дворим схож с тфилин шельят, с тфилином, который накладывается на руку? Почему? Потому что в тфилин, в котором яд, да, который ручной тфилин, там все паршиот, а именно вот эти маленькие свиточки или из пергамента, которые вкладываются в сам тфилин, да, они все там. Все эти маленькие вот эти свиточки, да, не свитки, надо по-другому но как-то сказать, сейчас не приходит в голову, да, они все связаны в одном. И это похоже, да, и это супротив тех четырех предыдущих книг, которые связываются в книге Дворим вместе. С другой стороны, тфилин, который накладывается на голову, да, он состоит из четырех отдельных частей.
теперь дальше подчеркивает еще, почему можно, почему образно можно сказать, что Сефер Дворим, книга Дворим, она похожа на ручной тфилин, потому что она находится напротив сердца. А почему сердце? Потому что вот это вторая, второе название книги Дворим – это Сефер Тохаха. Вот Тохаха – это такое очень, очень серьезное слово, да? Леохиах на иврите современном – это доказать, да? С другой стороны, когда происходит судебный процесс, называется, например, Шлафа Охахот. То есть это та стадия как бы процесса судебного, на котором представляют судебные доказательства, да? На, в терминологии Торы, в терминологии мудрецов, тохаха – это убеждение. Тохаха, да, это есть вот заповедь тохаха, когда человек обязан, если он видит другого, который делает какие-то нехорошие дела или какие-то преступления, либо еще что-то, он обязан его леохех. Он обязан ему как бы не пройти мимо, а сказать: послушай, ты делаешь неправильно, знай, что это делать нельзя. Это называется мицват тохаха. Так вот, сефер Бамидбар называется сефер диврей тохаха. Почему? Потому что идея заключается в том, что Моше перед смертью он пытается вот этому новому поколению, которое входит в землю Израиля, диврей тохаха убеждать, доказать и как бы представить перед ними зачастую те неприглядные факты из предыдущей истории для того, чтобы как бы приблизить их сердца и показать им, что делать правильно, что делать неправильно. И дальше. Еще одна вещь, которую я хотел сказать, это все, все вот то, что мы сейчас говорим, это буквально, то есть даже не буквально, это все на тему самого первого пасука из книги Дворим и, соответственно, из недельного раздела Дворим, который открывает эту книгу. А именно, как сказано, «Эла Дворим Ашер Дибер Моше». И вот это те речения, либо слова, которые говорил Моше. Да? Теперь дальше. Вот, как уже упоминал, по-моему, Эмиль, тоже, мне кажется, очень важно нам хотя бы чуток остановиться и сказать, а именно вот про всегдашнее или постоянное соединение по времени, по близости чтения открывающей недельного раздела, который открывает книгу Дворим, а именно недельный раздел Дворим, к посту Тиша Б'Ав, да? И понятно, что это как бы мимо этого не проходит, и это как бы объясняет, да? Моше начинает в начале вот нашего недельного раздела, он начинает с рассказа о грехе мераглим, разведчиков, да, которые навели, а вот дальше тоже очень устойчивое, устойчивое слово сочетается «дибат арец». «Диба» – это плохое слово. И в современном иврите это тоже плохое слово. Например, «диба» – это клевета. Вот когда человек может обратиться с иском против другого человека и обвинить его в том, что он против него говорил клевету. Называется диба. А вот та диба, та клевета, которую навели, поклеп, можете сказать, которую навели разведчики, да, мераглим, на землю Израиля, это вот устойчивое словосочетание называется дибатаарец. То есть не просто диба, а дибатаарец, да? И дальше сказано, очень интересно, и что вследствие этого, каков был этот результат? Написано: «Веймиту быках асон бехоль дор юцей Мицраим». И тем самым как бы навели смертельное наказание, да, на всех выходших из Египта. Как известно, что это была главная причина, по которой Всевышний как бы наказал или приказал по отношению к всему поколению которые вышли из Египта, что они, это поколение, умрет в пустыне. Так вот, тоже очень известное выражение мудрецов,
которая связывает грех Мераглим Дибата Арец с Тиша Беав. И так сказано. Ото лайла лель Тиша Беав ая. Вот та ночь, это была ночь Тиша Беав. А что это была за ночь? Да? Это была ночь, да, в которую, про которую сказано. Ваевку аам балайла ау. И народ оплакивал, да, в ту ночь. И как бы традиция говорит, что та ночь, это была именно ночь Тиша Беав. А дальше говорят так, тоже сказано. Атем бехитем бехият шельхинам. Вы плакали, либо рыдали, стенали, как угодно, плачем хинам. Что значит хинам? Не так, как это в современном мире хинам, это free of charge, это без стоимости, да? А в данном случае без причины. Атем бахитем бхия шельхинам. Вы как бы оплакивали, стенали, плачем безосновательным. И тем самым показали свое неверие во Всевышнего, да? Шеинехем бетухим башем. Что вы не верите, у вас нет бетахона, у вас нет уверенности Всевышнего. Дальше игра слов. Шеевтих. А он именно Всевышний. Он и в тех, а именно он обеспечил. Он обещал, вам, что вы унаследуете землю Израиля. Теперь дальше. Так вот, вы плакали плащ безосновательный, бхияхинам. А что дальше? Вани куве лахем бхият ледород. А я для вас установлю плач на поколение. И вот этот плач на поколение, это именно Тиша Беав. Вот это такая, по-моему, очень интересная вещь, тоже очень известная, известный классический комментарий. Мне кажется, те, кто не, как бы не знал, не слышал, очень важно понять это. Что интересно, как бы дополнение тоже, или окончание как бы этого комментария, ну, заключается в том, что вот этот вот, с одной стороны, называется «пхия ледород». Ледород – это на последующее поколение, да? Но при этом в конце сказано, «Шебо атидим Исраэль итабель аль-хурбан бета-мигдаш». И вот в эту ночь будут оправдывать не только самое главное, то, что оплакивает Тиша Беав, это разрушение Иерусалима. Но причина как бы этого была, причина, или одна из причин этого была, это грех Мераглим, это Хият Хинам. Окей? Теперь дальше. Еще тоже, мне кажется, очень интересное, связанное с Тиша Беав, да? Такое рассуждение. Вот суббота, которая предшествует Тиша Беав, и которую начинают читать Сефер Дварим, эта суббота, на этой, как бы в этом году, это вот ближайшая суббота, и в Муцей этой субботы, то есть на исходе этой субботы, начинается самое пост Тиша Беав, который выпал, начинается в Муцей Шаббат и выпал на Йом Ришон, на воскресенье. Так вот, эта вот суббота, которая предшествует Тиша Беав, и она выпадает на, когда читают недельный раздел Дворим, первую главу книги Дворим, называется Шаббат Хазон. Почему Шаббат Хазон? Потому что по имени, так это часто бывает, по имени Мафтира, вы знаете, да, что чтение Торы в субботу состоит из двух частей. Ну, по существу из трех частей, но по большому счету из двух частей. Это чтение недельного раздела, да, а потом специального, выделенного для этого раздела, авторы. Авторы – это которые как бы заключает, резюмирует чтение Торы в субботу. И как бы традиция, мудрецы практически всегда содержание авторы, оно так или иначе связано
с тем, что было в недельном содержании недельного раздела. Так вот, мафтир в эту субботу перед Тиша-Бав, да, это называется Шаббат Хазон, который представляет собой Невуат Охаха, а именно пророчество, убеждение, упреки, если так можно сказать, пророка Ишаяу, которое начинается со слов Хазон Ишаяу бен Амоц. Хазон, то есть видение Ишаяу, сына Амоца. И поэтому эта суббота называется Шаббат Хазон. В этом пророчестве, в этом видении, да, видение Ишаяу, которому он предвидит разрушение храма, да, Ишаяу говорит, вот послушайте, у нас сейчас будет три раза слово «эйха». Где мы встречаем эти три эйхи? Да? Одна эйха – это из того, что мы сейчас говорим, Хазон Ишаяу сказано «эйха айтале зона кирьят наимана». Каким образом превратилась Кирья Наимана, то есть верный город, да, город, в котором истина, в зона, в распутную неверную женщину. Это первое эйха. Теперь дальше. Смотрите, Моше, это перекликается в книге Дворим, да? Моше рассказывает, как он обращается к Всевышнему и как бы взывает ему и говорит: «Эйха эса левади тархехем умасахем варивхем». Он пересказывает как бы народу Израиля и говорит, что я обращаюсь к Всевышнему и говорю, каким образом я могу вынести, да, все их нужды и все их бремя на себе. И это тоже, это второе слово «эйха», да. И понятно, что третье эйха – это та эйха, с которой начинается Магилат Эйха, которую читает в Эрев Тиша-Беав, в канун Тиша-Беав. И это то слово, с которого начинается Магилат Эйха, поэтому она называется Магилат Эйха. И это рефрен, который звучит в каждой главе, в каждом разделе этой свих. Эйха – как? Каким образом? Вот очень потрясающе, да, что это вот такие три эхи. И дальше говорят так. Аль-Шаббат Хазон, вот этот Шаббат Хазон, Хазон Ишаяу, который читают как автору к недельному разделу Дворим, говорил праведник Раби Авраам Яков со слов своего учителя Раби Исраэль из Садигура по поводу субботы, которая предшествует Тиша-Беав. Йом Абехи Веаэвель Шеля Хурбан Мигдашейна Ватифартейну, а именно день нашего оплакивания, день нашего скорби по поводу разрушения храма, святого храма и как бы величественного схрана. Это суббота, великая по своему значению. Почему, он говорит, на что это похоже? Кстати, смотрите, какой интересный как бы, ну, поворот, скажем, мысли. Мне кажется, вот в этих коротких как бы отрывках приведенных, мне кажется, очень сильно как бы просвечивает вообще какой еврейский подход к мудрости, еврейский подход к жизни, к традиции. Смотрите, как говорит, на что это похоже. А похожа ситуация на человека, который написано «Мацуй Бехадар Афель», который находится в темной, сумрачной комнате, да, и в эту комнату входит его приятель, товарищ, и вносит туда зажженную свечу. И сразу вся комната, она приобретает другой характер. У нее исчезает ее зловещий вид этой тени, да, и она становится ему близкой, милой и приятной. И он говорит, на что похож вот этот Шаббат Хазон? Он похож вот на этот, с одной стороны, Шаббату Хазону предшествует, вы знаете, называется Бейн Амицарим. Бейн Амицарим – это три скорбные недели между постом
Швайцер и Бетамуз, когда началась осада на Иерусалим, и заканчивается она постом Тиша Б'Ав. Эти три недели называются Бейна Мецарим. Бейна Царим – это дословно, по-русски хорошо переводится, между теснинами. Отсюда же, кстати, слово Мицраим, да? Между теснинами. Так что это похоже? Он сравнивает, что вот эта вот темная, освещенная, неосвещенная комната – это Бейна Мецарим. А суббота, вот эта суббота, суббота Шаббат Хазон, это как свечка, как свет, который вносит вот этот мрак Бейна Мецарим, который дает душе отдохнуть и который как бы наполняет нас силы. Ну хорошо, тут на самом деле довольно как бы много я, ну немного, но какой-то целый ряд комментариев выделил. Наверное, все мы не сможем. Знаете, еще одну я скажу. И на этом, наверное, остановлюсь. Смотрите, тоже очень интересная штука по поводу Эле Дварим. Смотрите, еще как бы один такой ялом, еще один вот такой бриллиант в россыпи потрясающих комментариев. Говорит, такой совершенно выдающийся мудрец Рав Хаим Йосеф Давид Азулай, который называет, как бы его акроним по Рашей Тывот, по заглавным буквам называется Ахида. В своей книге, которая называется Нахаль Гдумим. Нахаль Гдумим – это ну, что-то типа древний источник. Да? Он говорит, может быть, следует читать не Эла Адварим, то есть начало, да, и вот слова, а читать Эла Дабарим. А какая разница? Потому что Дабарим, Дабарим можно понять не как слово, не как давар, в смысле дворим слова, а Дабарим в смысле главы поколения, духовные руководители, да? И более того, посмотреть, значит, что это за руководители? А он говорит, посмотрите, какая гематрия слова «эле». А слово «гематрия» – это гематрия «ламетвав» – 36. Да? И как бы у многих сразу мыцалцет, что такое «ламетвав»? Есть даже такое есть такое выражение «ламетвавники». Кто такие «ламетвавники»? «Ламетвавники» – 36 праведников. Так вот он говорит, что нам тем самым хотят сказать такую очень красивую вещь о том, что на самом деле мир он ему дает как бы моральную основу для существования, можно сказать, физическую основу и физическую моральную основу для существования в каждом поколении в существовании этих 36 праведников. И вот так сказано в Масахет Сука, как сказано, «Эйн баулам поход мишлошим вышиша цадиким». В мире, в каждый как бы real time, в каждый момент есть не меньше 36 праведников, «Шемикаблим пней шхина бехольем», которые принимают лицо, или как бы, которые встречают шхину, присутствие, божественное присутствие, каждый день. А в книге, которая называется Тикуне Азор, в книге комментариев, в книге Зор, да, в 21 главе уточняют, что в каждом поколении есть 36 праведников, которые находятся в земле Израиля. Но при этом еще добавляет, еще есть 36 праведников, которые находятся в Ихуцларец, которые находятся вне земли Израиля. И благодаря вот этим 36 и этим 36, да, наш мир, он как бы имеет право на существование. Ну вот это как бы на одной ноге, там были еще очень красивые комментарии, которые, ну как бы, наверное, мы сегодня не успеем уже рассмотреть, может быть, когда-нибудь еще посмотрим. Мне они очень понравились, очень. Мне кажется, что это действительно вот как россыпи таких бриллиантов, которые с разных сторон отражают еврейскую мысль, еврейское отношение вообще к Торе и действительности. Ну вот, дам у нас не осталось, остались только господа.
Дамы, я думаю, будут нас слушать записи тоже. Ну, мы там закончили наше обсуждение. Будем надеяться, что грядущий пост Тиша Б'Ав, он превратится, будет последним, и придет Машех, либо мы нашими общими усилиями сделаем то, что на нас возложено, и храм восстановится, ситуация изменится, и больше не придется скорбеть, и день Тиша Б'Ав превратится в день как бы праздника. Окей? Ну хорошо, на этом заканчиваем. Спасибо большое. Спасибо, Натан. Да, спасибо, очень интересно. Да-да-да, там потрясающие штуки. Когда-нибудь будет желание, еще почитаем. Мне вообще очень нравится эта книга. А эта книга на иврите только, да? Да, на иврите. Ты знаешь, на иврите, вот я могу ее показать. Может быть, имеет смысл действительно как-нибудь сесть и перевести ее. Она потрясно собрана, и они как бы в самых разных направлениях на самом деле, как бы по разной глубине и по разному охвату. Многие притчи как бы народные, и все. И дальше сдается список именной тех мудрецов, которых упоминали. Очень может быть, что вообще имеет смысл по ней идти, потому что дает какую-то некоторую общую перспективу, я знаю. И, может быть, действительно наиболее соответствует как бы той задаче, которая была и объявлена по отношению к этим занятиям, что это 70 ликов Торы, это действительно так. Окей? Хорошо? Всем спасибо за присутствие. Будем надеяться, что народ еще послушает записи, будет реагировать, и это кому-то даст какие-то дополнительные мысли для размышления. Всем счастливо!